Секция 20. Медведи. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Всеволод Гаршин. Рассказы для детей и взрослых. Медведи. Часть 1. На степной речке Рохле приютился город Бельск. В этом месте она делает несколько крутых излучин, соединенных протоками. Все сплетение, если смотреть в ясный летний день с высокого правого берега долины реки, кажется целым бантом из голубых лент. Этот высокий берег поднимается над уровнем Рохли сажен на 50 и точно срезан огромным ножом, так круто, что взобраться от воды наверх, туда, где начинается бесконечная степь, можно только хватаясь за кусты бересклета, дерезы и орешника, густо покрывающих склон. Оттуда, сверху, открывается вид верст на 40 кругом. Направо, к югу, и налево, на север, тянутся холмы правого берега Рохли, круто спускающиеся в долину, как тот, с которого мы смотрим, или отлогие. Некоторые из них белеют своими обнаженными от почвы меловыми вершинами и скатами, другие покрыты по большей части чахлой и низкой травой. Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то желтая от сенокосов, на которых густо разросся негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то лилово-черная от поднятой недавно целины, то серебристо-серая от ковыля. Отсюда она кажется ровною, и только привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии отлогих, невидимых глубоких лощин и оврагов, да кое-где виднеется небольшим возвышением старый, распаханный и вросший в землю курган, уже без каменной бабы, которая, может быть, украшает в качестве скифского памятника двор Харьковского университета, а может быть, увезена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку загона для скотины. Внизу река, изгибаясь голубой лентой, тянется с севера на юг, то отходя от высокого берега в степь, то приближаясь и протекая под самую кручью. Она окаймлена кустами лозняка, кое-где сосною, а около города выгонами и садами. В некотором расстоянии от берега, в сторону степи, тянутся сплошной полосой почти по всему течению Рохли сыпучие пески, едва сдерживаемые красной и черной лозою и густым ковром душистого лилового чабреца. В этих песках, верстах в двух от города, приютилось и городское кладбище. С высоты оно кажется маленьким оазисом, с возвышающейся над ним деревянной колоколенкой кладбищенской церкви. Сам город не представляет собой ничего особенно выдающегося и очень похож на все уездные города. Впрочем, он выгодно отличается от своих собратьей удивительной чистотой улиц, происходящей не столько от заботливости городского управления, сколько от песчаной почвы, на которой выстроен город. Почва эта всасывает решительно всякое количество влаги, какое может произвести разгневанное небо, и тем приводит в большое затруднение городских свиней, которые должны отыскивать себе удобное помещение по крайней мере за 2 версты от города, в грязных и листых берегах реки. В сентябре 1875 года Бельск был необыкновенно взволнован. Обычная тишина жизни нарушилась. Повсюду, в клубе, на улицах, на скамейках, у ворот, в домах происходили шумные разговоры. Можно было бы подумать, что происходившее в это время земское собрание с выборами заставило так волноваться жителей, но бывали и прежде земские собрания, и с выборами, и со скандалами, и не производили никакого особенного впечатления на бельчан. Иногда только встретившиеся на улице граждане обменяются короткими фразами. «Были?» — спросит один, указывая взорами на дом, где помещалась земская управа. «Был», — ответит другой и при этом махнет рукою. А привыкший к способу выражения мыслей собеседник поймет без слов, в чем дело, и промолвит. «Кто?» «Иван Петрович». «Кого?» «Иван Парфеновича». Посмеются и разойдутся. Но теперь было не то. Город шумел, как во время ярмарки.
Толпы мальчишек бегали по направлению к городскому выгону и назад. Солидные люди в широких летних парусинных и сырцовых шелковых костюмах направлялись туда же. Городские барышни с зонтиками в разноцветных панье, тогда их носили, занимали собою всю ширину улицы, так что катавшийся в кабриолете на сером в яблоках не коне, а звере, молодой купец Рогачев должен был натягивать вожжи и почти прижиматься к мазанным стенам домов. Барышень сопровождали местные кавалеры в сереньких пальто, с черными бархатными воротниками, с тросточками, в соломенных шляпах и, у кого были, в фуражках с кокардами. Братья Изотовы, коноводы всех общественных увеселений, умевшие во время кадрили кричать «Гран-гран» и «Оребур», неизменно присутствовали здесь, если не бегали по городу, сообщая знакомым дамам свежие новости. Из Валуйского уезда пришли, пол выгона заняли до самой реки, — говорил старший Леонид. — Я обозревал вид с вершины пристена, — прибавлял младший Константин, любивший выражаться изысканно. — Картина замечательная. Пристеном назывался тот самый холм, откуда открывается вид на город и окрестности. — Ах, какая мысль! Представьте! Знаете что... Прикажем заложить линейку и поедем на пристен. Это будет вроде пикника, и посмотрим оттуда. Это предложение первой дамы Бельска, жены брата казначея. Почти весь город звал ее мужа Павла Ивановича братом казначея. Дамы, приехавшие лет 8 тому назад из Петербурга, и потому владычицы мод и хорошего тона, встретила общее сочувствие. Заложили толстого гнедого в экипаж, который попадается только в уездных городах и состоит из длинных дрог с двумя длинными подножками, так что едущие помещаются в два ряда по 6-7 человек в каждом и сидят друг к другу спиной. Компания человек в 12 уселась на него и поехала по городу, обгоняя отряды мальчишек, ряды барышень и толпы всякого иного народа, подвигавшиеся к выгону. Линейка, проехав по песчаным улицам города, переехала через мост и направилась к высокому правому берегу реки. Гнедой упорным шагом, морща лоснившуюся шкуру своих ляжек, взобрался на двухверстный подъем, и через полчаса путешественники сидели на краю заросшего кустами 50-соженного крутого склона и смотрели на знакомый вид. Внизу, под их ногами, под самой стеной, тихо текла подошедшая в этом месте река, а за нею расстилался выгон, на который и было устремлено общее внимание. Он пестрел, как огромный ковер из лоскутьев. Видны были грязно-белые палатки, множество повозок, толпа пестрого народа, темные фигуры мужчин в кафтанах, серые грязные рубахи, яркие желтые и красные одежды женщин. Толпа народа окружала все собравшиеся таборы цыган. Был чудный, немного жаркий и совершенно тихий день. На высоту, где сидели зрители, доносился говор тысячной толпы, тяжелые удары молота о мягкое железо, конское ржанье и рев десятков приведенных из нескольких уездов цыганских поильцев и кормильцев, ручных медведей. Ольга Павловна смотрела на эту пестроту в бинокль и восхищалась. «Ах, как это интересно! Какой большой! Посмотрите, Леонид, какой большой медведь там направо! И рядом с ним молодой цыган, совершенный Адонис!» Она передала бинокль молодому человеку, и он увидел фигуру стройного и очень грязного юноши, который стоял около зверя, переваливавшегося с лапы на лапу, и ласкал его. «А позвольте и мне», — сказал толстый бритый господин в парусине и соломенной шляпе. Он внимательно смотрел несколько времени и, обернувшись к Ольге Павловне, сказал с тяжелым вздохом. — Да-с, Ольга Павловна, Адонис. Но какой, я вам доложу, из этого Адониса конокрад выйдет первый сорт. «Мондье, вы непременно стараетесь перевести на прозу всякую поэзию. Почему конокрад? Я не хочу этому верить. Он так хорош». «Хорош-то хорош,
Но как ему прикажете поддерживать свое прекрасное тело без этого медведя? Вот перебьют их завтра, и из этой тысячи цыган половина пойдет по миру. Они могут ковать, предсказывать. Предсказывать? Был у меня вчера Илья Коновал. Вот поговорите с ним. Хороши, говорит, у вас Фома Фомич, серые. Да только берегите от нашего брата. А что, говорю, не ты ль стащишь? Ухмыляется каналья. Предсказывать. Вот у него прорицания какие. От линейки отвязали большую корзину, из которой появились яства и пития, и общество начало насыщаться, весело болтая и почти не обращая внимания на расстилавшуюся у их ног картину. Солнце садилось, огромная тень от холма быстро бежала на выгон, на город, на степь, очертания сглаживались. И, как это бывает на юге, день быстро сменился ночью. Далекие извивы реки заблестели холодным лунным светом, в городе показались огоньки, в цыганском таборе зажгли костры, красневшие сквозь туман, подымавшиеся с уснувшей реки под пристеном, а наверху Константин и Леонид на перерыв рассказывали смешные анекдоты, Ольга Павловна изредка снисходительно улыбалась, барышни громко хихикали и иногда прыскали. Зажгли свечи в стеклянных колпаках, кучер и горничная раздували в кустах самовар, причем последняя по временам от чего-то взвизгивала, впрочем, весьма осторожно. Толстый Фома Фомич долго молчал и, наконец, перебил анекдот Леонида на самом интересном месте. «Когда же, наконец, назначена эта медвежья казнь?» — спросил он. «В среду утром». Разом ответили братья Изотовы. С четырех уездов сошлись несчастные цыгане со всем своим скарбом, с лошадьми и медведями. Больше сотни косолапых зверей, от маленьких медвежат до огромных стариков, в поседевших и выцветших шкурах, было собрано на городском выгоне. Цыгане с ужасом ждали решительного дня. Многие, пришедшие первыми, жили на городском выгоне уже недели две. Начальство ждало прихода всех переписанных к тому времени цыган, чтобы устроить разом большую казнь. Им было дано 5 лет льготы после выхода закона, прекратившего промысел ручными медведями. И теперь срок этой льготы истек. Цыгане должны были явиться в назначенные для сбора пункты и сами перебить своих кормильцев. Они в последний раз совершали свой поход по деревням со знаменитую козою и ее барабанщиком, непременными спутниками медведей. В последний раз, завидев, как они спускаются со степи в яр, где обыкновенно расположены украинские слободы, толпа мальчишек и девчонок бежала к ним за версту навстречу и с ликованием возвращалась вместе с их нестройной толпой вниз, в слободу, где начиналось самое торжество. Да, это было торжество. Они останавливались у кабака или у какой-нибудь хаты побогаче, а где была помещичья усадьба-то перед панским домом, и начиналось представление, лечение, торговля и мена, гаданье, ковка лошадей и починка телег. И чего-чего тут не было в долгий летний день до самого вечера, когда цыгане уходили за слободу, на толоку, растягивали там свои палатки или просто натягивали холстину на оглобли, зажигали костры и готовили себе ужин. И до поздней ночи вокруг табора стояла любопытная толпа. «Ну, пора, пора», — говорит мне маленькому мальчику отец. «Еще немножечко, еще немножечко». И отцу самому не хотелось уезжать. Мы сидели с ним на беговых дрожках. Старый мерин Васька, повернув голову к огням и насторожив уши на медведей, стоял смирно, изредка фыркая. Огни табора бросали дрожащий красный свет и неопределенные колеблющиеся тени. Легкий туман поднимался из лощины сбоку нас, а за табором расстилалась степь. Темные крылья ветряной мельницы рисовались на небе. За нею уходило безграничное таинственное пространство, окутанное серебристо-серым сумраком. Шум табора не заглушал тихих и чистых звуков степной ночи. То донесется из далекого пруда торжественный звонкий хор лягушек, то звенящим треском раздастся мерный и торопливый крик дергача.
то перепелы начнут кричать свое «Пить пойдем, пить пойдем!» И откуда-то долетят непонятные, неведомые звуки, слабые и гармоничные. Что это? Звук ли далекого колокола, принесенный легким ветерком, или голос природы, языка которой мы не понимаем? Но в лагере все успокаивается, понемногу тушат ненужные огни, медведи, ворочаясь, звякают своими цепями и изредка глухо урчат под телегами, к которым прикованы. Цыгане укладываются спать. Один из них отошел в сторону и горловым тенором запел странную песню на родном языке, не похожую на песни московских цыган и опереточных певиц, своеобразную, дикую, заунывную, чуждую для уха, донесшуюся откуда-то из неизвестной темноты. Никто не знает, когда сложена она, какие степи, леса и горы породили ее. Она осталась живым свидетелем старины, забытой и тем, кто поет ее теперь под чужим, горящим звездами небом в чужих степях. «Поедем», — говорит отец. Застоявшийся Васька бодро трогается с места, и дрожки катятся по извилистой дороге вниз в лощину. Легкая пыль слабо взвивается из-под колес, и тут же, будто сонная, падает на слегка росистую траву. «Папа, а знает ли кто-нибудь по-цыгански?» «Сами они, конечно, знают. А из других я не видел никого, кто умел бы говорить с ними». «Я хотел бы научиться. Я хотел бы знать, что он пел. Папа, а они язычники? Может быть, он пел про своих богов, как они жили, как воевали?» Мы возвратились домой, и я лежу под одеялом, а воображение все еще работает и создает странные образы в маленькой голове, уже склонившейся на подушку. Теперь по деревням уже не водят медведей, да и цыгане стали редко бродить. Большей частью они живут в тех местах, где приписаны, и только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопченное полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкой лошадей, коновальством и барышничеством. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку сколоченным дощатым балаганам. Это было в губернском городе, недалеко от больницы и базарной площади, на клочке еще не застроенной земли, рядом с почтовой дорогой, цыгане устроили целый маленький городок. Только смуглые глазастые лица, курчавые волосы, грязная одежда мужчин, грязные яркие тряпки женщин и нагие бронзовые ребятишки напоминали мне былую картину вольного цыганского табора. Из балаганов слышался лязг железа. Я заглянул в один из них. Какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже не прежний цыган-кузнец, а простой мастеровой, взявший заказ и работающий, чтобы поскорее кончить его и навалить на себя новый. Он ковал подкову за подковой, отбрасывая их одну за другой в кучу в углу балагана. Он работал с мрачным сосредоточенным видом, сильно торопясь. Это было днем. Проходя уже довольно поздно вечером, я подошел к балагану и увидел старика за тем же делом. Это был уже фабричный. И странно было видеть цыганский табор почти внутри города, между земской больницей, базаром, острогом и каким-то плацем, где учились солдаты, и поминутно раздавалось «На плечо! На караул!». Рядом с дорогой, с которой ветер поднимал тучи пыли, занося ею и дощатые балаганы, и костры с котелками, в которых закутанные пестрыми платками цыганки варили какую-то кашицу, и самих цыган, и их голых ребятишек. Они шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали свое артистическое искусство. Плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодица и как старая баба. В последний раз они получали угощение в виде стаканчика водки, который медведь, стоя на задних лапах, брал обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнатому рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после чего облизывался
и выражал свое удовольствие тихим ревом, полным каких-то странных вздохов. В последний раз к цыганам приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным испытанным средством, состоявшим в том, чтобы лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопырив во все стороны по земле свои четыре лапы, и лежал, пока цыган не считал сеанса уже достаточно продолжительным. В последний раз их вводили в хаты, причем, если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол и сажали там, и радовались его согласию, как доброму знаку, а если он, несмотря на все уговоры и ласки, не переступал порога, то хозяева печалились, а соседи говорили: «Шось такое, бовен зна». Конец первой части рассказа «Медведи», продолжение следует. Секция 21. «Медведи», продолжение. Всеволод Гаршин. Рассказы для детей и взрослых. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Большая часть цыган пришла из западных уездов, так что им приходилось спускаться к Бельску двухверстным спуском, и, завидев издали место своего несчастья, этот городок с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать, а медведи из сочувствия, а может быть, кто знает, поняв из людских толков свою горькую участь, так реветь, что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, чтобы не слишком перепугать волов и лошадей, а сопровождавшие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые вазы, туда, где хохлы привязывают дегтярную мазницу с квачом. У ворот бельского исправника собралось несколько стариков-цыган. Они приоделись, чтобы представиться начальству в приличном виде. На всех были черные или синие суконные бешметы с наборными серебряными с чернью поясами, шелковые рубахи с узеньким галуном по воротнику, плисовые шаровары, большие сапоги, у некоторых с расшитыми и прорезанными узором голенищами и большей частью барашковые шапки. Это убранство надевалось только в самых торжественных случаях. «Спит?» — спросил высокий, прямой, пожелтевший от старости цыган, выходившего из двора городового, одного из 11, обязанных охранять порядок в городе Бельске. «Встает, одевается. Сейчас позовут вас», — отвечал городовой. Старики, до тех пор неподвижно сидевшие и стоявшие, зашевелились и начали тихо разговаривать между собою. Старший вынул что-то из кармана шаровар. Все окружили его и смотрели на предмет, находившийся в его руках. «Ничего не будет», — сказал он наконец. «Разве он что может? Разве это от него? Это из Петербурга. Сам министр приказал. По всем местам медведей бьют». «Попробуем, Иван. Может, как-нибудь?» — отвечал другой старик. «Попробовать можно», — отвечал уныло Иван. «Только и денежки он наш возьмет, и ничем не поможет». Их позвали к исправнику. Они вошли толпою в переднюю, и когда к ним вышел усатый человек в расстегнутом полицейском мундире, из-под которого была видна красная канаусовая рубашка, старики упали ему в ноги. Они просили его, предлагая ему деньги, многие плакали. «Ваше высокоблагородие, — говорил Иван, — сами посудите, куда мы теперь подадимся? Были у нас медведи, и жили мы смирно, никого не обижали. Есть у нас молодцы, что и лихим делом промышляют. Да и, ваше благородие, разве конокрадов и русских мало? Никому от наших зверей обиды не было, всем утеха. Теперь что же будет? По Омеру должны мы идти, а не то ворами, бродягами быть. Отцы наши и деды медведей водили, земли мы пахать не умеем, кузнецы мы все, да ведь хорошо было кузнецами быть, за работой по всей земле ходя. А теперь работа к нам сама не пойдет.
и будут наши молодцы ворами-конокрадами. Некуда больше податься, ваше высокоблагородие. Как перед Богом говорю, не скрываюсь. Большое зло сделали и нам, и всем добрым людям, медведей у нас отнявши. Может, вы нам поможете? Бог вам за это пошлет, господин добрый. Старик упал на колени и в ноги поклонился исправнику. Остальные сделали то же. Майор стоял с мрачным видом, поглаживая длинные усы и засунув другую руку в карман синих рейтуз. Старик достал довольно толстый кожаный бумажник и подал его. — Не возьму, — мрачно сказал исправник. — Ничего не могу сделать. — Да вы б взяли, ваше благородие, — раздалось в толпе. — Может, что-нибудь? Вы б написали. — Не возьму, — громче прежнего сказал исправник. — Не за что. Ничего нельзя. Это закон. Вам 5 лет льгот было дано. Что уж тут делать? И он развел руками. Старики молчали. Исправник продолжал. — Я сам знаю, какая это беда, и вам, и нам. Теперь только смотри за лошадьми. Да что ж я могу поделать? Ты, дед, спрячь деньги. Я даром денег не беру. Вот попадутся мне ваши ребята с конями, не прогневайтесь. Но брать даром не в моих правилах. Спрячь, спрячь, старик, вам деньги пригодятся. — Ваше высокоблагородие, — сказал Иван, все держа бумажник в руках. — Дозвольте еще слово выговорить. Позвольте завтра. Его голос задрожал. — Позвольте завтра покончить. Истомились мы, измучились. 2 недели я вот пришел со своими, прожились все. — Еще одной партии, старик, нет, надо подождать. У меня с вами тут и так весь город с ума сошел. Надо разом. Да пришли уже, ваше благородие. Как мы к вам пошли, с горы спускались. Сделай такую милость, господин, не томи ты нас. Ну, если пришли, так завтра, 10:00, я к вам приеду. Ружье у вас есть? Есть ружье, да не у всех. Хорошо, я попрошу полковника дать из команды. С Богом. «Жаль мне вас, очень жаль!» Старики пошли к двери, но исправник окликнул их. «Постойте, эй, вы! Вот я вам что скажу. Вы пойдите к аптекарю, Фоме Фомичу. Знаете аптеку подле собора? Пойдите, скажите, что я вас послал. Он у вас все сало медвежье скупит. Ему оно в мазь пойдет. И шкуры, может быть, хорошую цену даст. Не пропадать же им так в самом деле». Цыгане поблагодарили и толпою отправились в аптеку. Разрывались их сердца. Почти без торга продали они смертные останки своих друзей. Фома Фомич скупил все сало по 14 копеек, а о шкурах пообещал поговорить после. Случившийся тут же купец Рогачев, надеясь сделать хорошую аферу, сторговал все медвежьи окорока по 5 за фунт. Вечером того же дня братья Изотовы прибежали, запыхавшись, к казначееву брату. Ольга Павловна, назначили на завтра. Все пришли, уже и ружья полковник дал, говорили они на перерыв. Фома Фомич купил все сало по 14 копеек фунт. Рогачев окорока. Постойте, постойте, Леонид, перебила Ольга Павловна, зачем Фоме Фомичу медвежье сало? Для мазей. Превосходная помада для ращения волос. И при этом Константин рассказал интересный анекдот о том, как некоторый лысый господин, намазывая себе голову медвежьим жиром, вырастил себе волосы на руках. «И должен был брить их каждые 2 дня», — заключил Леонид, причем оба брата разразились хохотом. Ольга Павловна улыбнулась и задумалась. Она уже давно носила шиньон, и сведения о медвежьем сале пришлись ей по сердцу, и когда вечером аптекарь Фома Фомич пришел сыграть пульку с ее мужем и казначеем, она издалека завела разговор и ловко вынудила у него обещание прислать ей медвежьей помады. — Непременно-с, непременно-с, Ольга Павловна, даже с духами. Вы что предпочитаете, пачули или иланг-иланг?
Настало пасмурное, холодное, настоящее сентябрьское утро. Изредка накрапывал мелкий дождь, но, несмотря на него, множество зрителей обоего пола и всех возрастов пришли на луг посмотреть интересное зрелище. Город почти опустел, все наличные экипажи, одна имевшаяся в городе карета, несколько фаэтонов, дрожек и линеек были заняты перевозкой любопытных. Они доставляли их к табору и возвращались в город за новыми партиями. К 10 часам все уже собрались. Цыгане потеряли всякую надежду, в лагере не было большого шума, женщины забились в шатры вместе с малыми ребятишками, чтобы не видеть казни, и только изредка из которого-нибудь из них вырывался отчаянный вопль. Мужчины лихорадочно делали последние приготовления. Они откатывали к краю становища телеги и привязывали к ним зверей. Исправник с Фомой Фомичом прошлись вдоль ряда осужденных. Медведи были не совсем спокойны. Необыкновенная обстановка, странные приготовления, огромная толпа, большое скопление их самих в одном месте – все приводило их в возбужденное состояние. Они порывисто метались на своих цепях или грызли их глухо рыча. Старый Иван стоял возле своего огромного кривого медведя. Его сын, пожилой цыган, уже с серебристой проседью в черных волосах, и внук, тот самый юноша Адонис, на которого обратила свое внимание Ольга Павловна, с помертвевшими лицами и горящими глазами торопливо привязывали медведя. Исправник поравнялся с ними. — Ну, старик, — сказал он, — прикажи ребятам, чтобы начинали. Толпа зрителей заволновалась, поднялся говор, крики, но скоро все стихло, и среди мертвой тишины раздался негромкий, но важный голос. Это говорил старик Иван. — Дозволь, господин добрый, сказать мне слово. Прошу вас, братья, дайте мне первому покончить. Старше я всех вас. 90 лет через год мне стукнет, а медведей вожу я с измала. И во всем таборе нету зверя старше моего. Он опустил седую курчавую голову на грудь, горько покачал ею и вытер кулаком глаза. Потом он выпрямился, поднял голову и продолжал громче и тверже прежнего. «Потому и хочу я первый покончить. Думал я, что не доживу до такого горя. Думал, и медведь мой любимый не доживет. Да, видно, не судьба. Своей рукой должен я убить его, кормильца своего и благодетеля. Отвяжите его, пустите на волю». Никуда не пойдет он. Нам с ним, старикам, от смерти не бегать. Отвяжи его, Вася. Не хочу убивать его, как скота на привязи. Не бойтесь, — сказал он зашумевшей толпе. Не тронет он никого. Юноша отвязал огромного зверя и отвел немного от телеги. Медведь уселся на задние лапы, спустив передние вниз, и раскачивался из стороны в сторону, тяжело вздыхая и хрипя. Он был действительно очень стар. Его зубы были желты, шкура порыжела и вылезла. Он дружелюбно и печально смотрел на своего старого хозяина единственным маленьким глазом. Кругом была мертвая тишина. Слышно было только, как звякали о стволы и тупо стучали о пыжи шомполы заряжаемых винтовок. «Дайте ружье», — твердо сказал старик. Сын подал ему винтовку. Он взял ее и, прижимая к груди, начал говорить снова, обращаясь к медведю. «Убью я тебя сейчас, Потап. Дай Боже, чтоб старая рука моя не дрожала, чтоб попала тебе пуля в самое сердце. Не хочу я мучить тебя, не того ты заслужил, медведь мой старый, товарищ мой добрый. Взял я тебя маленьким медвежонком, глаз у тебя был выколот, нос от кольца гнил, болел ты и чах. Я за тобой, как за сыном, ходил и жалел тебя, и вырос ты большим и сильным медведем. Нет другого такого во всех таборах, что здесь собрались. И вырос ты, и не забыл добра моего. Между людьми у меня друга такого, как ты, не было. Ты добр и смирен был, и понятлив, и всему выучился, и не видел я зверя добрее и понятливее. Что я был без тебя?
Твоею работаю вся семья моя жива. Ты справил мне 2-3 коней, ты мне хату на зиму выстроил. Больше еще сделал ты, сына моего от солдатчины избавил. Большая наша семья, и всех от старого до малого младенца ты в ней до сих пор кормил и берег. И любил я тебя крепко, и не бил больно, а если виноват в чем перед тобою, прости меня, в ноги тебе кланяюсь. Он повалился медведю в ноги, зверь тихо и жалобно зарычал, старик рыдал, вздрагивая всем телом. «Бей, батюшка!» — сказал ему сын, — «не рви нам сердце!» Иван поднялся. Слезы больше не текли из его глаз. Он отвел со лба упавшую на него свою седую гриву и продолжал твердым и звонким голосом. «И вот теперь я убить тебя должен. Приказали мне, старик, застрелить тебя своей рукою. Нельзя тебе больше жить на свете. Что ж, пусть Бог на небе рассудит нас с ними». Он взвел курок и твердо еще рукой прицелился в зверя в грудь под левую лапу, и медведь понял. Из его пасти вырвался жалобный отчаянный рев, он встал на дыбы, поднял передние лапы и, как будто закрывая ими себе глаза, чтобы не видеть страшного ружья, вопль раздался между цыганами, в толпе многие плакали, старик с рыданием бросил ружье о землю и бессильно повалился на него. Сын бросился подымать его, а внук схватил ружье. «Будет!» — закричал он диким, уступленным голосом, сверкая глазами. «Довольно! Бей, братцы! Один конец!» И, подбежав к зверю, он приложил дуло в упор к его уху и выстрелил. Медведь рухнул безжизненной массой. Только лапы его судорожно вздрогнули, и пасть раскрылась, как будто зевая. По всему табору затрещали выстрелы, заглушаемые отчаянным воем женщин и детей. Легкий ветер относил дым к реке. «Сорвался! Сорвался!» — раздалось в толпе. Как стадо испуганных овец, все кинулись в рассыпную. Исправник, толстый Фома Фомич, мальчишки, Леонид и Константин, барышни — все бежало в паническом страхе, натыкаясь на шатры, на повозки, падая друг на друга и крича. Ольга Павловна едва не упала в обморок, но страх придал ей сил, и она, подняв платье, бежала по лугу, не думая о беспорядке в костюме, причиненном поспешным бегством. Лошади, запряженные в ожидавшие господ экипажа, начали беситься и понеслись в разные стороны. Но опасность была вовсе не так велика. Обезумевший от ужаса зверь, не старый еще темно-бурый медведь с обрывком цепи на шее, бежал с удивительной легкостью. Перед ним все расступалось, и он мчался, как ветер, прямо к городу. Несколько цыган с ружьями бежали за ним. Попадавшиеся на улице немногие пешеходы прижимались к стенам, если не успевали спрятаться в ворота. Ставни запирались, все живое попряталось, исчезли даже собаки. Медведь несся мимо собора по главной улице, иногда кидаясь в сторону, как бы отыскивая себе место, куда бы спрятаться. Но все было заперто. Он промчался мимо лавок, встреченный неистовым криком приказчиков, которые хотели его испугать. Пролетел мимо банка, прогимназии, казармы уездной команды, на другой конец города, выбежал на дорогу на берег реки и остановился. Преследователи отстали. Но скоро из улицы показалась толпа уже не одних цыган. Исправник и полковник ехали на дрожках с ружьями в руках. Цыгане и взвод солдат поспевали за ними бегом. У самых дрожек бежали Леонид и Константин. «А вот он!» — закричал исправник. «Жарь, катай его!» Раздались выстрелы. Одна из пуль задела зверя. В смертельном страхе он побежал быстрее прежнего. За версту от города, вверх по Рохле, куда бежал он, находится большая водяная мельница, со всех сторон окруженная небольшим, но густым лесом. Зверь направлялся туда. Но, запутавшись в рукавах реки и плотинах, он сбился с дороги. Широкое пространство воды отделяло его от густой дубовой заросли, где он, может быть, мог бы найти, если не спасение, то отсрочку. Но он не решился плыть.
На этой стороне густо разросся странный кустарник, растущий только в Южной России, так называемый люциум. Его длинные, гибкие, неветвистые стебли растут так густо, что человеку почти невозможно пройти сквозь заросль, но у корней есть щели и прогалины, в которые могут пролезать собаки. А так как они часто ходят туда спасаться от жары и понемногу расширяют проход своими боками, то в густой заросли образуется со временем целый лабиринт ходов. Туда и кинулся медведь. Мукосеи, смотревшие на него из верхнего этажа мельницы, видели это, и когда прибежала запыхавшаяся и измученная погоня, исправник приказал оцепить место, где скрылся зверь. Несчастный забился в самую глубину кустов. Рана его от пули, сидевшей у него в ляжке, сильно болела. Он свернулся в комок, уткнув морду в лапы, и лежал неподвижно, оглушенный, обезумевший от страха, лишавшего его возможности защищаться. Солдаты стреляли в кусты, думая задеть его и заставить зареветь. Но попасть наугад было трудно. Его убили уже поздно вечером, выгнав из убежища огнем. Всякий, у кого было ружье, считал долгом всадить пулю в издыхающего зверя. И когда с него сняли шкуру, она никуда не годилась. Недавно мне случилось побывать в Бельске. Город почти не изменился, только банк лопнул, да прогимназия превратилась в гимназию. Исправника сменили, дав ему за распорядительность место частного пристава в губернском городе. Братья Изотовы по-прежнему кричат «Гран-гон» и «Аребур» и бегают по городу с рассказами о самых свежих новостях. Аптекарь Фома Фомич потолстел еще больше, и, несмотря на то, что сделал выгодное дело, скупив медвежье сало по 14 копеек, а продав его по 8 гривен фунт, что дало в целом немалую сумму, до сих пор с большим неудовольствием говорит об избиении медведей. «Говорил я вот тогда Ольге Павловне, какой из этого Адониса конокрад выйдет. Ну и что же? Недели не прошло, свел мою пару серых мерзавец». «А вы знаете, что это он?» — спросил я. «Ну как же и не он? Ведь его судили в прошлом году за конокрадство и разбой. На каторгу пошел». «Ах, как мне было его жаль!» — грустно сказала Ольга Павловна. Бедная дама порядочно постарела за эти годы, и, несмотря на то, что, по словам Фомы Фомича, который сказал мне это по секрету, она вымазала на свою голову фунта 4 медвежьей помады, волосы ее не только не стали гуще, но даже поредели. Впрочем, шиньон так хорошо закрывает их, что решительно ничего не заметно. Конец рассказа «Медведи», 1883 год. Секция 22. Рассказы для детей и взрослых. Всеволода Гаршина. «Красный цветок». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. «Именем его императорского величества, государя императора Петра I, объявляю ревизию всему сумасшедшему дому». Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом. Писарь больницы, записывавший больного в большую истрепанную книгу на залитом чернилами столе, не держался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись. Они едва держались на ногах после двух суток, проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился. Где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного. Так привезли его в город, так доставили и в больницу. Он был страшен. Сверхизорванного во время припадка в клочья серого платья куртка из голубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан. Длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза, он не спал 10 суток, горели неподвижным горячим блеском. Нервная судорога подергивала край нижней губы, спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб.
Он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеенчатые стулья и изредка взглядывая на своих спутников. «Сведите его в отделение направо». «Я знаю, знаю, я был уже здесь с вами в прошлом году. Мы осматривали больницу, я все знаю, и меня будет трудно обмануть», — сказал больной. Он повернулся к двери, сторож растворил ее перед ним, той уже быструю, тяжелую и решительную походкой. Высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним. «Позвони, я не могу, вы связали мне руки». Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу. Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. Два больших зала, один – столовая, другой – общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянной дверью, выходивший в сад с цветником, и десятка-два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж. Тут же были устроены две темные комнаты, одна обитая тюфяками, другая досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами, ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на 80 человек, но так как она служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до 300. В небольших каморках было по 4 и по 5 кроватей. Зимой, когда больных не выпускали в сад, и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно. Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на расстроенное, возбужденное воображение действовало тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним, сделанным в углу окном. Стены и своды были выкрашены темно-красную, масляную краскою. В почерневшем от грязи полу в уровень с ним были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна. Все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачную физиономию увеличивал впечатление. И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и, согласно с системой лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад. Ему пришло, наконец, в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление, с удвоенную от болезни силою он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол. Наконец, четверо повалили его и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная, отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представления, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы, и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил, и, наконец, тихо, с горячими слезами проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью. «Святой великомученик Георгий, в руки твои предаю тело мое, а дух
Нет, о, нет! Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его, почти бесчувственного, вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало. «За что? За что?» — кричал он. «Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О, Господи, вы мучимые раньше меня! Вас молю, избавьте!» Жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать. — Ничего не поделаешь, — сказал производивший операцию солдат. — Нужно стереть. Эти простые слова привели больного в содрогание. — Стереть? Что стереть? Кого стереть? Меня! — подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провел им по затылку, сорвав с него и мушку, и верхний слой кожи, и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая и для спокойного и здорового человека, показалась больному концом всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его ногое тело покатилось по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову, он хотел крикнуть, и не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон. Он очнулся ночью. Все было тихо. Из соседней большой комнаты слышалось дыхание спящих больных. Где-то далеко монотонным, странным голосом разговаривал сам с собою больной, посаженный на ночь в темную комнату. Да сверху, из женского отделения, хриплый контральто пел какую-то дикую песню. Больной прислушивался к этим звукам. Он чувствовал страшную слабость и разбитость во всех членах. Шея его сильно болела. «Где я? Что со мной?» — пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенной яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом. «Но это кончено! Слава Богу, это кончено!» — прошептал он и снова уснул. Открытое окно с железными решетками выходило в маленький закоулок между большими зданиями и каменной оградой. В этот закоулок никто никогда не заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью, пышно цветшую в то время года. За кустами, прямо против окна, темнела высокая ограда, высокие верхушки деревьев большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за нее. Справа подымалось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами, с железными решетками. Слева белая, яркая от луны, глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна внутрь комнаты, на пол, и освещал часть постели и измученное. Бледное лицо больного с закрытыми глазами. Теперь в нем не было ничего безумного. Это был глубокий, тяжелый сон измученного человека, без сновидений, без малейшего движения и почти без дыхания. На несколько мгновений он проснулся в полной памяти, как будто бы здоровым, затем, чтобы утром встать с постели прежним безумцем. «Как вы себя чувствуете?» – спросил его на другой день доктор. Больной, только что проснувшись, еще лежал под одеялом. «Отлично!» – отвечал он, вскакивая, надевая туфли и хватаясь за халат. «Прекрасно! Только одно! Вот!» Он показал себе на затылок.
Я не могу повернуть шеи без боли, но это ничего, все хорошо, если его понимаешь. А я понимаю. Вы знаете, где вы? Конечно, доктор, я в сумасшедшем доме. Но ведь если понимаешь, это решительно все равно, решительно все равно. Доктор пристально смотрел ему в глаза. Его красивое холеное лицо с превосходно расчесанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотревшими сквозь золотые очки, было неподвижно и непроницаемо. Он наблюдал. «А что вы так пристально смотрите на меня? Вы не прочтете того, что у меня в душе!» — продолжал больной. «А я ясно читаю в вашей. Зачем вы делаете зло? Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь? Мне все равно, я понимаю и спокоен, но они... К чему эти мучения? Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать, даже жить и не жить, ведь так?» «Может быть», – отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты, так, чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол, шлепая огромными туфлями конской кожи и размахивая полами халата из бумажной материи с широкими красными полосами и крупными цветами. Сопровождавшие доктора фельдшер и надзиратель продолжали стоять на вытяжку у дверей. «И у меня она есть!» — воскликнул больной. — И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время — суть фикции. Я живу во всех веках, я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. Я заметил, что тут есть еще несколько таких же, но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем вы не освободите их? Кому нужно? Вы сказали, перебил его доктор, что вы живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате, и что теперь, доктор вынул часы, половина 11/6 мая 1800 такого-то года. Что вы думаете об этом? А ничего, мне все равно, где ни быть и когда ни жить, если мне все равно... Не значит ли это, что я везде и всегда? Доктор усмехнулся. «Редкая логика», — сказал он, вставая. «Пожалуй, вы правы. До свидания. Не хотите ли вы сигарку?» «Благодарю вас». Он остановился, взял сигару и нервно откусил ее кончик. «Это помогает думать», — сказал он. «Это мир, микрокосм. На одном конце щелочи, на другом кислоты. Таково равновесие и мира, в котором нейтрализуются противоположные начала. Прощайте, доктор!» Доктор отправился дальше. Большая часть больных ожидала его, вытянувшись у своих коек. Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных. А больной... оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чай. Он, не присаживаясь, в два приема опорожнил большую кружку и почти в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и несколько часов, не останавливаясь, ходил своей быстрой и тяжелой походкой из конца в конец всего здания. День был дождливый, и больных не выпускали в сад. Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора. Он стоял здесь, прильнувший лицом к стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок,
один из видов мака. — Пожалуйте взвеситься, — сказал фельдшер, трогая его за плечо. И когда тот повернулся к нему лицом, он чуть не отшатнулся в испуге. Столько дикой злобы и ненависти горело в безумных глазах. Но, увидав фельдшера, он тотчас же переменил выражение лица и послушно пошел за ним, не сказав ни одного слова, как будто погруженный в глубокую думу. Они прошли в докторский кабинет. Больной сам встал на платформу небольших десятичных весов. Фельдшер, свесив его, отметил в книге против его имени 109 фунтов. На другой день было 107. На третий – 106. «Если так пойдет дальше, он не выживет», – сказал доктор и приказал кормить его как можно лучше. Но, несмотря на это и на необыкновенный аппетит больного, он худел с каждым днем, и фельдшер каждый день записывал в книгу все меньшее и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении. Он сознавал, что он в сумасшедшем доме. Он сознавал даже, что он болен. Иногда, как в первую ночь, он просыпался среди тишины после целого дня буйного движения, чувствуя ломоту во всех членах и страшную тяжесть в голове, но в полном сознании. Может быть, отсутствие впечатлений в ночной тишине и полусвете, может быть, слабая работа мозга только что проснувшегося человека делали то, что в такие минуты он ясно понимал свое положение и был как будто бы здоров. Но наступал день. Вместе со светом и пробуждением жизни в больнице его снова волною охватывали впечатления. Больной мозг не мог справиться с ними, и он снова был безумным. Его состояние было странной смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он знал прежде, или о котором читал, или слыхал. Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые, и мертвые. Тут были знаменитые и сильные мира, и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то волшебном заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда за тем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей, видел в вещах всю их историю. Большие вязы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого. Здание, действительно построенное довольно давно, он считал постройкой Петра Великого и был уверен, что царь жил в нем в эпоху Полтавской битвы. Он прочел это на стенах, на обвалившейся штукатурке, на кусках кирпича и изразцов, находимых им в саду. Вся история дома и сада была написана на них. Он населил маленькое здание мертвецкой десятками и сотнями давно умерших людей и пристально вглядывался в оконце, выходившее из ее подвала в уголок сада. Видя в неровном отражении света, в старом радужном и грязном стекле, знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах. Между тем наступила ясная, хорошая погода. Больные целые дни проводили на воздухе, в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно, засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нем всех, сколько-нибудь способных к труду. Целые дни они мели и посыпали песком дорожки, пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками.
Угол сада зарос густым вишняком. Вдоль него тянулись аллеи из вязов. Посередине, на небольшой искусственной горке, был разведен самый красивый цветник во всем саду. Яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками далия. Она составляла центр и всего сада, возвышаясь над ним. И можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания. Все дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках. Высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы. Он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенную яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь. Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступеней крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два. Случайно они росли отдельно от других и на невыполотом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их. Больные один за другим выходили из дверей, у которых стоял сторож и давал каждому из них толстый, белый, вязанный из бумаги колпак с красным крестом на лбу. Колпаки эти побывали на войне и были куплены на аукционе, но больной, само собой разумеется, придавал этому красному кресту особое, таинственное значение. Он снял с себя колпак и посмотрел на крест, потом на цветы мака. Цветы были ярче. «Он побеждает», — сказал больной. «Ну, мы посмотрим». И он сошел с крыльца. Осмотревшись и не заметив сторожа, стоявшего сзади него, он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его. Он почувствовал жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое смертельное дыхание. Голова его закружилась. Он сделал последнее отчаянное усилие и уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его. — Нельзя рвать, — сказал старик-хохол, — и на грядку не ходи. Тут много вас, сумасшедших, найдется. Каждый по цветку весь сад разнесут. Убедительно сказал он, все держа его за плечо. Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. «О, несчастные!» — думал он. «Вы не видите! Вы ослепли до такой степени, что защищаете его! Но во что бы то ни стало, я покончу с ним! Не сегодня, так завтра! Мы померяемся силами!» И если я погибну, а не все ли равно? И он гулял по саду до самого вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем, то с другим, и к концу дня еще более убедился, что все готово, как он сказал сам себе.
Скоро-скоро распадутся железные решетки. Все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой чудной красоте. Он почти забыл о цветке, но, уходя из сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидел в густой, потемневшей и уже начинавшей роситься траве точно два красных уголька. Тогда больной отстал от толпы и, став позади сторожа, выждал удобного мгновения. Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие, росистые листья коснулись его тела, он побледнел, как смерть, и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу. В больнице зажгли лампы. В ожидании ужина большая часть больных улеглась на постели, кроме нескольких беспокойных, торопливо ходивших по коридору и залам. Больной с цветком был между ними. Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом. Казалось, он хотел раздавить, размозжить спрятанное на ней растение. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. «Не подходите! Не подходите!» — кричал он. Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимание, и он ходил все скорее и скорее, делал шаги все больше и больше, ходил час-два с каким-то остервенением. «Я утомлю тебя! Я задушу тебя!» — глухо и злобно говорил он. Иногда он скрежетал зубами. В столовую подали ужинать. На большие столы без скатертей поставили по нескольку деревянных, крашеных и золоченых мисок с жидкою пшенную кашицею. Больные уселись на лавки, им раздали по ломте черного хлеба, ели деревянными ложками, человек по восьми из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую. «Позвольте мне сесть здесь», — сказал он надзирателю. «Разве вы не ужинали?» — спросил надзиратель, разливая добавочные порции каши в миски. «Я очень голоден, и мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище. Вы знаете, что я совсем не сплю». «Кушайте, милый, на здоровье. Тарас, дай им ложку и хлеба». Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши. «Ну, довольно, довольно», — сказал наконец надзиратель, когда все кончили ужинать, а наш больной еще продолжал сидеть над чашкой, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь. «Объедитесь!» «Эх, если бы вы знали, сколько сил мне нужно, сколько сил!» «Прощайте, Николай Николаевич!» — сказал больной, вставая из-за стола и крепко сжимая руку надзирателя. «Прощайте!» «Куда же вы?» – спросил с улыбкой надзиратель. «Я? Никуда. Я остаюсь. Но, может быть, завтра мы не увидимся. Благодарю вас за вашу доброту». И он еще раз крепко пожал руку надзирателю. Голос его дрожал. На глазах выступили слезы. «Успокойтесь, милый, успокойтесь», – отвечал надзиратель. «К чему такие мрачные мысли? Подите, лягте, да засните хорошенько. Вам больше спать следует. Если будете спать хорошо, скоро и поправитесь». Больной рыдал. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожам поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице все уже спало, кроме одного человека, лежавшего нераздетым на своей постели в угловой комнате. Он дрожал, как в лихорадке, и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось,
неслыханно смертельным ядом. Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он был обязан сделать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум. Может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло. Он впитал в себя всю невинно пролитую кровь. Оттого он и был так красен. Все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу. Ариман, принявший скромный и невинный вид, нужно было сорвать его и убить, но этого мало. Нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу, его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено. Или победит, и тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец. И как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира. Они не видели его. Я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть. И он лежал, изнемогая в призрачной, несуществующей борьбе, но все-таки изнемогая. Утром фельдшер застал его чуть живым, но, несмотря на это, через несколько времени возбуждение взяло верх. Он вскочил с постели и по-прежнему забегал по больнице, разговаривая с больными и сам с собою громче и несвязнее, чем когда-нибудь. Его не пустили в сад. Доктор, видя, что вес его уменьшается, а он все не спит, все ходит и ходит, приказал впрыснуть ему под кожу большую дозу морфия. Он не сопротивлялся. К счастью, в это время его безумные мысли как-то совпали с этой операцией. Он скоро заснул. Бешеное движение прекратилось. И постоянно сопутствовавший ему, создавшийся из такта его порывистых шагов, громкий мотив исчез из ушей. Он забылся и перестал думать обо всем, и даже о втором цветке, который нужно было сорвать. Однако он сорвал его через 3 дня, на глазах у старика, не успевшего предупредить его. Сторож погнался за ним. С громким торжествующим воплем больной вбежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди. — Ты зачем цветы рвешь? — спросил прибежавший за ним сторож. Но больной, уже лежавший на постели, в привычной позе, со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, что сторож только молча снял с него забытый им в поспешном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змей, ползучими потоками извивается зло. Они опутывали его, сжимали и сдавливали члены и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу. К вечеру цветок завял.
Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понес в ванную, бросив бесформенный комочек зелени в раскаленную каменным углем печь. Он долго смотрел, как его враг шипел, съеживался и, наконец, превратился в нежный, снежно-белый комочек золы. Он дунул, и все исчезло. А на другой день больному стало хуже. Страшно бледный, с вывалившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин, горящими глазами, он, уже шатающейся походкой и часто спотыкаясь, продолжал свою бешеную ходьбу и говорил, говорил без конца. «Мне не хотелось бы прибегать к насилию», — сказал своему помощнику старший доктор. «Но ведь необходимо остановить эту работу. Сегодня в нем 93 фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через 2 дня». Старший доктор задумался. «Морфий? Хлорал?» — сказал он полувопросительно. «Вчера морфий уже не действовал». «Прикажите связать его. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел». И больного связали. Он лежал, одетый в сумасшедшую рубаху на своей постели, крепко привязанный широкими полосами холста к железным перекладинам кровати. Но бешенство движений не уменьшилось, а скорее возросло. В течение многих часов он упорно силился освободиться от своих пут. Наконец, однажды, сильно рванувшись, он разорвал одну из повязок, освободил ноги и, выскользнув из-под других, начал со связанными руками расхаживать по комнате, выкрикивая дикие непонятные речи. «О, щоб тоби!» — закричал вошедший сторож. «Який тоби бис помогає? Грицько, Іван, ідите швидше, бо він розв'язався». Они втроем накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощенных сил. Наконец его повалили на постель и скрутили крепче прежнего. — Вы не понимаете, что вы делаете? — кричал больной, задыхаясь. — Вы погибаете! Я видел третий, едва распустившийся, теперь он уже готов. Дайте мне кончить дело! Нужно убить его! Убить! Убить! Тогда все будет кончено, все спасено! Я послал бы вас, но это могу сделать только один я. Вы умерли бы от одного прикосновения!» «Молчите, паныч, молчите!» — сказал старик-сторож, оставшийся дежурить около постели. И больной вдруг замолчал. Он решился обмануть сторожей. Его продержали связанным целый день и оставили в таком положении на ночь. Накормив его ужином, сторож постлал что-то около постели и улегся. Через минуту он спал крепким сном, а больной принялся за работу. Он изогнулся всем телом, чтобы коснуться железной продольной перекладины постели, и, нащупав ее, спрятанной в длинном рукаве сумасшедшей рубахи кистью руки, начал быстро и сильно тереть рукав об железо. Через несколько времени толстая парусина подалась, и он высвободил указательный палец. Тогда дело пошло скорее. С совершенно невероятной для здорового человека ловкостью и гибкостью он развязал сзади себя узел, стягивавший рукава, расшнуровал рубаху и после этого долго прислушивался к храпению сторожа. Но старик спал крепко. Больной снял рубаху и отвязался от кровати. Он был свободен. Он попробовал дверь. Она была заперта изнутри, и ключ, вероятно, лежал в кармане у сторожа. Боясь разбудить его,
Он не посмел обыскивать карманы и решился уйти из комнаты через окно. Была тихая, теплая и темная ночь. Окно было открыто. Звезды блестели на черном небе. Он смотрел на них, отличая знакомые созвездия и радуясь тому, что они, как ему казалось, понимают его и сочувствуют ему. Мигая, он видел бесконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решетки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться через высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после хоть смерть. Он попробовал согнуть толстый прут голыми руками, но железо не подавалось. Тогда, скрутив из крепких рукавов сумасшедшей рубахи веревку, он зацепил ею за выкованное на конце прута копье и повис на нем всем телом. После отчаянных усилий, почти истощивших остаток его сил, копье согнулось. Узкий проход был открыт. Он протискался сквозь него, ссадив себе плечи, локти и обнаженные колени, пробрался сквозь кусты и остановился перед стеной. Все было тихо. Огни ночников слабо освещали изнутри окна огромного здания. В них не было видно никого. Никто не заметит его. Старик, дежуривший у его постели, вероятно, спит крепким сном. Звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца. «Я иду к вам», — прошептал он, глядя на небо. Оборвавшись после первой попытки, с оборванными ногтями, окровавленными руками и коленями, он стал искать удобного места. Там, где ограда сходилась со стеной мертвецкой, из нее и из стены выпало несколько кирпичей. Больной нащупал эти впадины и воспользовался ими. Он влез на ограду, ухватился за ветки вяза, росшего по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю. Он кинулся к знакомому месту около крыльца. Цветок темнел своей головкой, свернув лепестки и ясно выделяясь на росистой траве. «Последний!» — прошептал больной. — Последний! Сегодня победа или смерть, но это для меня уже все равно. — Погодите, — сказал он, глядя на небо, — я скоро буду с вами. Он вырвал растение, истерзал его, смял и, держа его в руке, вернулся прежним путем в свою комнату. Старик спал. Больной, едва дойдя до постели, рухнул на нее без чувств. Утром его нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло. Истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу. Конец рассказа «Красный цветок». Конец книги рассказов для детей и взрослых Всеволода Гаршина. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.